Все на мне, пока на пляж не пришел, не разобрался. Вот это, блядь, с 5:30 утра они начинают хуярить. А там мои окна, хуй поспишь, вокруг люди живут, туристы. С 5:30 утра начинают хуярить, я в ахуе. Никакого закона, блядь, никакого порядка. Всем все похуй. Туда ремонт идет у них, блядь. Нахуй им эти деньги, я не знаю, когда они, блядь, как животные себя ведут. Я в ахуе, блядь. Что за люди, блядь? То я ходил в 6 утра, видео снимал, ругался. А сейчас уже, блядь, 2:30 нахуй дня. Дело к вечеру, оно все шумит. Они, блядь, скважину, кажется, копают. Ну я их рот ебал, блядь. Ну это мне какой-то, наверное, да, урок, как говорят. Каждое происшествие в твоей жизни – это урок. Испытание. И как ты его пройдешь? И чё, да, как ты его пройдешь? Пройдешь, не пройдешь, блядь, тоже, да, интересно? Алло. Сначала думаешь, блядь, это испытание, на самом деле, какое испытание? Другой скажет, а хули ты дома целый день сидишь, если бы ты куда-то пошел, путешествовал, гулял с утра на зарядку, в обед в спортзал, чем это такое, тебе бы это и не было слышно, да? А если ты сидишь целый день дома, то тебе оно и слышно. Ну это все хуйня, пустые слова и демагогия. Есть такое событие? Есть. Ты вправе или терпеть, или психануть, съебаться, или повеситься, или кого-то убить. Все вправе ты, одно лицо. Можно подумать, чуть-чуть помолчать, а через час-два ты уже по-другому подумаешь. И самое главное, что я хотел рассказать. Как YouTube, вот анализ моего YouTube канала мною позволяет мне проанализировать и подумать, блядь, какие мы нестабильные, какие мы разные. Я год назад одно записывал и думал, ебать я это сказал, или ебать я заснял сюжет, сейчас все охуеют. Проходит год, и я возвращаюсь к тому видео, есть пересекающиеся моменты, почему надо к ним возвратиться. Я смотрю, думаю, ебаный в рот. Здесь вообще ничего такого нет, из-за чего у меня тогда мурашки были, что я кайфовал, что это надо срочно выложить, это надо срочно сказать. И это прям будет фурор для меня. Не ради там просмотров, хуетров, а ради, блядь, себя. Что типа я такой молодец, такое крутое снял, или такой эксклюзив снял. Проходит год, ты на это смотришь совершенно другими глазами. Это пиздец, как человек такой вот он. И главное, да, события год назад ты понимал так, интерпретировал его так. Проходит год, ты совершенно по-другому, блядь, думаешь. Совершенно по-другому. Интересная хуйня. Как будто ты был когда-то, то был не ты, блядь, в каком-то наркотическом сне, а вот сейчас ты. Понимаешь? И вот так всю жизнь у меня. Наверное, у всех так. Очень интересное наблюдение. Смотрю на ролики, как обычно, да, давности, это как будто было не со мной. Это был не я, я в ахуе. Такие дела. Лайк, репост, подписка, ребят. Ссылка на донат в описании. Живем в Гоа уже вот почти 500 дней. Год с чем-то. Сейчас поеду. Яночка спит, кушать борщ. Мне он там понравился. Все же хочу купить. Опять курицу. У меня же сотня есть рилсов. Как я покупаю курицу или говядину. Варю борщ. Пилю шорцы. Записываю прям полноценные ролики с рецептами, как я варю то и то и то. А сейчас все так как-то заебался. Отдал, блядь, 160 рупий за тарелку борща и свободная голова. Просто он вкусный, хороший, прям как я, они молодцы. Я их уже 2-3 раза хвалил, в группе писал сообщение. И может быть придется еще раз написать. Шашлыки свинины перестали жарить, можно предложить, чтоб я жарил, а там хуй его знает. Такая хуйня, ребят. Это Гоа, Рамболь, пальмы, видели? И сало взял. Вот он. Шпик. Черным перчиком сверху посыпал. Борщик со сметанкой, с кардом, поэтому белый. Ну, чтобы вы не думали, что мы оторваны от российской еды. Вот, например, даже есть хинкали. Представляете, хинкали.
вот эти всякие блинчики, сырники, котлетки с пюрешкой, свинина, говядина, голубцы, капуста, даже вот квашеная капуста, соленые огурцы, горчица есть, это самый деликатес. Все спрашивают других кафе, а дайте горчички к борщу, а дайте горчички к борщу. Они говорят, у нас нету, какой-то тюбик пасты синтетической дают. А тут вот, ну, колбаса не очень, каждый даже по ощущениям чувствует, она мягкая. Зато вот есть икра, зато вот есть аджика, кстати, вкусная, давно брал. Ну, всякие мимозы, плохо, что шуба из макрели, это вообще прям никуда не годится. Но если сильно ходится, раз в году можно попробовать. А сколько стоит икра? How much cover икра? 1000? Yeah. Не сильно и дорого. Я как бы рассчитывал за 1000 кого-нибудь купить. Кто с России привезет. Сейчас посмотрим, что там. Горбуша. 23. А что, попробуем? Янку надо угостить, она давно ныла, хотела, да? Сейчас, наверное, блядь, возьму 1000. Хули, один раз живем, блядь. Чем, блядь, на траву и на другие наркотики. В 2 раза больше тратим. В 10-100 раз. Ну и компотики всякие. Еще только сейчас заметил, Диана как раз хотела уездить вот суп из лосося. Представляете, лосось, Норвегия, со сливочным сыном 250 рублей. Я брал вот этот борщ, 160. Но также цену говорит, еще раз было освещены мною и в этом кафе, и миллиард видео. Ну, так как я здесь, еще разочек сделаем. Подарочек Диане несу, ребят. Сильно хотела на икры. Ну, или я хотела, она хотела красной рыбы. Ну, кажется, она тоже хотела икры. Короче, 1000 рупий. Вот Тарамболь, Гоа, Индия, кафе Васильки. 1000 рублей. Я думаю, Диана будет в шоке, да? Выложил сало и икру. Хочу глянуть, что на пляже съездить. Настроение появился. Еще что хотел сказать. Обожаю смотреть маленькие каналы, ну иногда почему-то, вот не то что иногда, но это действительно интереснее. Вот, например, маленькие каналы, YouTube, блогеры, которые новенькие, у которых по 300, по 800, по 700 всего человек. Вот вчера нашел Серегу, Серегу уже год знаю, будет, наверное, ссылка в описании. Ну, узнал, что у него свой канал, ну так начал смотреть, ну чуть интересно. А другого парнишку, забыл, как зовут. Тоже там 300 или 700 или 500 человек. И так интересно. Интересно, я же это все понимаю. Интересно его, их самобытность. Интересно, как они преподносят материал. Без понтов, без выебонов. Он просто идет и снимает все, что происходит. А еще прикол, он идет с 4, 3, 5 друзьями. И там и лица их не попадают в кадр. Радостные, интересные, беззаботные. Все, что видит, то и снимает. Какие думают приколюхи, прикольщики. Да, там нет совершенно никакого глубокого философского смысла, подтекста. Ну просто в этих роликах видно живость, настоящесть, понимаете? Они прям, блядь, хочется смотреть, и может не всегда, может завтра перехочется. Но это в 1000 раз интереснее, чем какой-нибудь, блядь, Фиша или Гринч. Извините, пацаны. Люблю, уважаю, давно смотрел. Я вас тоже начинал смотреть, грубо говоря, как вот этих парнишек. И сейчас, через, грубо говоря, 10, 9, 7, 5 лет, я дошел до того, что я вас знаю и уважаю и ценю. Но говорю, правда, мы же все понимаем, когда у тебя 200 или, там, или 100 тысяч, или 40 тысяч подписчиков, то ты уже можешь так вот что-то подснять, что-то пиздануть, и уже валом идет, тебя смотрят, просмотры есть, комментарии есть, и, блядь, все хорошо. А тут... Ну, пацаненок еще это делает от души, грубо говоря, старается. Сейчас скажут, а мы что, не стараемся? Ну, я знаю, там еще другие старания. Когда у тебя 200 тысяч подписчиков, ты там пукнул, тебе, блядь, 300 человек сказали, ебать, ты красавчик. А когда у тебя 2000 человек или 8 тысяч, как у меня, то ты пукнул, то тебе, блядь, 300... не наберется, кто скажет, ты красавчик. Наберутся те хейтеры, которые скажут, что ты пидорас. Вот, а когда маленький канал, интересно их смотреть. Очень интересно. Просто меня впечатлил вчера один мальчишка. Я посмотрел. Казалось бы, очень ни о чем, пустой ролик. Но он такой атмосферный. Они идут, все снимают, трубочку для курения выбирают. Зашли, подстриглись. Зашли туда, зашли сюда.
такие веселые, беззаботные лица. Вот что хотел сказать. Нахуй я это говорю, я не знаю. Нахуй я веду канал, я не знаю. Но вот так как есть. У них нет вот этих понтов, что ебать я блогер там. Или за базаром следить там, что лишнего не пиздануть, так как его много смотрят. Или там это нельзя говорить, или этого не будем рекламировать, пиарить. Или то, или сё. Они еще как бы простые, чистые, наивны. И представляю я, как они радуются там каждому лайку, каждому просмотру, каждому комментарию. Не то, что те, у кого там 200 тысяч и 3000 комментариев, да, или 1000, или 900. Да ебать, уже там как бы похуй, что пишут, да. Ну, где-то лайкаешь, где-то отвечаешь, спасибо. А в основном многие не отвечают. Но когда у тебя там 300 человек, 170 человек, и у тебя там 2-3 комментария, то я считаю, ты аж радуйся, что у тебя такое есть. И вот мне до сих пор, у меня 8 тысяч подписчиков, меня никто ни разу в жизни не сделал репоста ни одного. И поэтому я знаю, какая-то... Я бы, наверное, охуел, когда мне было 170 подписчиков, или там 800 подписчиков, да, или хоть час. Чтобы я увидел, мне было приятно, кто-то репостнул мое видео себе на канал и сказал: вот, посмотрите, пацаненка, прикольно. Я бы, блядь, обоссался от счастья. И я через себя это провоцирую и делаю репосты видео этих парней. Я не какой-нибудь там конч, который, блядь, не надо нам здесь пиариться, реклама. Нам тут бесплатно, не нужно... И такая: не рекламируем чужие каналы. Это пиздец, блядь. Такие, блядь, коммерсанты. Еще называются путешественники. Вы не путешественники, вы коммерсанты. Вы просто... Вы даже один-то поехал сейчас в путешествие. Не ради путешествия, а ради контента, денег, бизнеса, зарабатывания денег. И это все видят и пишут ему в комментариях. И просмотры упали. Ну, то его дело. А мы, ребятки, вот здесь... Арамбольчик. Людей дохуя. Подколышивает по чуть-чуть. Все. И вот и столики вынесли. Так что то закрытие какое-то было непонятно временное. Народу дохуя. Шейки стоят. Ну, можешь, как на полуспущенных говорю. Наверное, как ударили по самым, блядь, крупным, которые, наверное, не хотели платить. Захотели, наверное, с них, может быть, денежек. Все-таки тут уж, я думаю, не сочиняю, не фантазирую. Все мы люди, блядь, в каждой, если здесь коррупция, то да. Если кафе пиздаты, туда много ходит людей. Главное, да, даже не метр, сразу через стенку. Кафе, блядь, Food Planet, оно работает. А кафе Джуна закрыли. Мне аж жалко их чуть-чуть, поняли? Есть такая тема. Вот такие пирожки, ребят. Лайк, репост, подписка, ссылка на донат в описании. Арамбольчик сегодня, 9 или 10 января 2023 год. Пасмурно, пасмурно, третий день, прикольно, посмотрите, что происходит. Шейки частично закрыты, частично работают, как-то чуть-чуть на полуспущенных, непонятно, кто прав, кто виноват. Джуна закрыли, Food Planet открыт, в Арамболе тоже почти все работает, но Джуна закрыт. Лайк, репост, подписка, ссылка на донат в описании. Арамболь, Гоа, Индия, 2024. А вот видели, даже какую-то елку воткнули на Новый год. Тут я некоторых людей смотрел, туда салюты были. И это, наверное, была наряженная елочка. Прикольно, молодцы. А тут кого-то русский музон колышет. Ну, люди приезжают пакетом, не пакетом. Это я, как Гринч, съебался и все. И на месте сижу на жопе ровно. А кто-то приехал пакетным туром или свою флешку вставил. Или свое видео там, блядь, ссылку дал на YouTube, на SoundCloud. И оно вот это тя-тя-тя-тя-тя-тя, блядь. Я-то, конечно, люблю Россию, скучаю по России, есть шикарная там музыка, но вот эту они, блядь, попсу крутят там примитивную такую, блядь, очень примитивную попсу, от которой просто охуеваешь. И думаешь, блядь, что это нахуй? А где-то псайчик. Псайчик — это кайф. Псайчик — это, блядь, музон. Самый охуенный. Ну что, правильно, как мне раньше говорили, друзья, и пляжи наши, общественные, они на туре, они, ну, это же для нас, вот, как, грубо говоря, по эту лодку выставляли, блядь, свои шейки, а сейчас они такие прибрались, а вот тут им поставили, наверное, палки, блядь, или это не им, что дальше палки нельзя, типа, это территория кафе, а это общественный пляж, что тоже, знаете, приятно, блядь, то вечером хуй пройдешь, алкаши, тут бутылки пива валяются, они ж пьют и под собой бросают. Они пьют и тут же рыгают, блядь.
Еще, наверное, срут, просто не замечал ни разу. Ну и пройти так, а так сейчас вольготно по пляжу гулять и красиво выглядит. А не то, что, блядь, все в столиках, сильно как-то коммерциализировано, не совсем интересно. Так что, может быть, какая-то польза в этом и есть. Ну, хотя, если, блядь, они договорятся, бабки будут платить, и то, наверное, блядь, как бы, блядь, и будет опять все стоять здесь. Вот я зашел в свою Айлова Рамболь. У них даже музыка не играет. Сказали, Гиркарвада и Мандрем полностью закрыли. Хотя Food Planet же работает. Ну, наверное, там серьезное заведение Food Planet. А вот в моем любимом Rock Lobster Айлова Рамболь даже музыку не крутят. А, пошла музыка. О, прикольно. Я говорю, что не включаешь? Он че забыл, в наушниках своих сидит. Все на мне. Пока на пляж не пришел, не разобрался. Пришел, музыку включили, столики стали выносить. Хотя уже дело к вечеру, дело к закату. Такие пироги, ребят. Лайк, репост, подписка, ссылка на донат в описании. Людный пляж. Многолюдный пляж. Чуть-чуть душновато, сыровато. Ну, влажность что-то показывает, там 93% вчера ночью, сегодня ночью было. Индусики смотрят, загорают, отдыхают. Втыкают. Сидят, втыкают. Hello, my friend. Which country, sir? Country? Россия. А? Россия. Nice to meet you. See you. See you. Вот, чуть-чуть научился, блядь. Nice to meet you уже. 100 лет назад больше ничего не научился. Че, поеду домой, чайку заварю. Может, Яночка проснулась. Кофе перехотелось пить. Чай хочется пить. Чай хочется пить с лимончиком. Чуть-чуть сладенький. Шоколадки перестал есть. Перехотелось. Я обжрался этими моча, блядь. Кока-тести или как там. Сникерсами обжрался. Чизкейками обжрался. А сейчас что-то все перехотелось. Хочется просто чаек. Черненький вкусненький чаек. С лимончиком чуть-чуть подсладенный. А у нас тут прямо около дома. Оно было такое старое, вонючее, забегаловка, там рюмочная, выпивали только. А сейчас все переделали, открыли. Что-то такое новое, интересное. Там даже оттуда, кажется, пахнет. Это еще вот пирный мрот. Яночка. Яночка села меню прочитать. Привет. Вот это заведение. Вот это пирный мрот. А Яночка меню будет смотреть сейчас. Hello, намасте. Здравствуйте. Вот такое чистое, интересное, красивое заведение. Всех их жалко. Они стараются. Они открываются. Они тратят деньги. Они работают. И кажется, что ты им всем должен. Должен у нее что-то купить. Или их жалко, если ты у них что-то не купишь. Это пипец. Их, конечно, очень много здесь. Этих кафешек. И всего такого. Вот сейчас мы посмотрим цены. Ага, сэнки. Вот такие у них цены. Вот это бар. Делайте скриншот и смотрите. Вот это алкоголь. Ну, как бы они, да, специализируются больше по алкоголю. Вот суп. Seafood 120. Чип дешево. Ган суп 100. Аперитив. Чикен гарлик. Прикольно. Вот 170. Чикен гарлик какой-то. Макароны пошли. Рис. Ну, цены как у всех. Они все это понимают. Тут микс-салат всего 60. Туна-салат 110. Такое у них еще меню. Тандури, кстати. Вот 400. А тандури possible? Ну, тандури, позже, да, потом, later. Да. Tomorrow. Нет, tomorrow. Завтра не будут. Понял, понял. Еще месяц, может. Потому что наш повар еще не приехал. Я понял. Нам ждет на повар. Наверное, еще сделать надо. И вот принесли Яночка здесь фиштали. 141 рыбина с двумя. Непонятно, сколько они добавят. Яночка кушает, пробует, рассказывает. Такие соки нам поднесли. Вот он мой ватермелон, Яночкин. Оранж джус. Ей очень нравится, вкусно. Посмотрим, что выйдет по деньгам. Потом вам скажем. Еще у них прикольно, если эта зона на улице. Просто так взяли, обыграли, да, вот уличную зону, и получилось прикольно.
Можешь здесь сидеть, если душно тебе внутри, то ты можешь присесть на улице. Что да, вот, ребятки, на 330 рупий мы покушали, вот прайс. А вот прикольно, домик узенький, красивенький. А мне нравится, как у них реализовано. Тут гараж типа просклаживает, машинка стоит, а наверху номера. А вот огород, бабушка. Мне нравится цивилизация. Это к храму подъехали. Тут храм Христа Спасителя. А такую черную машинку нам надо Диана купить и уехать. Десерт Яночкин. Какие-то рафаэлки там. Интересные. Надо пока две. Решили по шаурме, ребят. Hello, my friend. How are you? Good? Две. Ту. Окей? Нет, тут. Угу. Да. О, эти песни. Ха, прикол. Парное. Парное мясо. Какое-то проваленное, прожаренное. Это следует. Она везде хорошая. Но здесь чаще всего, вкуснее всего, такая острая, со специями. January 11, 2024. Арамболь, Гоа, Индия. Северный Гоа. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ссылка на донат в описании. И Сбербанк, и Тинькофф, и Донаталерц, и любые платежные системы мира. И каждый полтинчик мне дорог. Заранее спасибо.